15 июня на территории Курагинского района работал депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель Комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев. С главой района Любовью Заспа обсуждены важнейшие вопросы социально-экономического развития территории. Егор Васильев также провел рабочие встречи в администрации района. На одной из них шла речь о реализации комплекса мероприятий по стабилизации общественно-политической, социально-культурной и экономической обстановки на территории Курагинского района. На другой встрече с участием заместителя главы района Елены Бегунович, руководителей структурных подразделений и управления администрации района, обсуждались проблемные вопросы территории, которые невозможно разрешить только силами и средствами муниципалитета. Мы говорили о том, во что упирается вот такая активность предпринимательская, общественная, социальная здесь у нас в Курагинском районе, и как мы можем помочь. Набросали достаточно большое количество пунктов и по изменению нормативной базы, например, там, закон о ремеслах, отдельную государственную программу, и по вопросам, связанным с муниципалитетом, с районом и с поселком. Это и градостроительная документация, оформление земельных участков, и на самом деле такая большая организационная поддержка, организационные такие вопросы, проблемы, которые возникают. У нас сейчас большое такое целенаправленное движение на то, чтобы Курагинский район комплексно развивался. У нас он участвует во всех направлениях, и в этом смысле вот такое отдельное мероприятие в нашей государственной программе территориального развития, которому был недавно посвящен и визит министра Анны Карловны Гарнец, и вот сегодня наше совещание. Это очень важно. Продолжал это совещание следующее, которое было здесь же уже связано с делами Курагинского района в целом, и в части его транспортного комплекса, инфраструктуры, в том числе социальной инфраструктуры, где мы анализировали опыт и Марининского муниципального комплексного проекта развития, и наш проект в полном смысле слова, потому что находится в будущем, связанном с Березовкой, где тоже будет комплексный проект развития. И, соответственно, те подходы, которые мы применяем, новые с точки зрения содержания, развития инфраструктуры дорог, инфраструктуры социальных объектов и взаимосвязи с будущим района. Сегодня набросали очень большой перечень мероприятий, и во втором случае тоже. Теперь своей задачей, я вижу, двигать каждое из этих направлений. Мы будем общаться с министерствами краевыми, мы будем их взаимоувязывать с деятельностью района и с деятельностью поселений и людей на местах. И все это для того, чтобы Курагинский район и дальше получал новые объекты инфраструктуры, получал новые качественные муниципальные и государственные услуги, получал свое развитие и экономическое, и социальное.